Есть изображение и звук. А что ж вы не пишете? Доброй ночи. Я действующий и поныне психотерапевт Александр Данилин. И это цикл разговоров по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где мы пытаемся прикасаться, наверное, к самым глубоким тайнам бытия. Ну, по крайней мере, пытаемся. А как лозунг предлагаю картинку Александра Ботвинова. Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с коробочкой, полученной от Азазелла, и Маргарита не сводила глаз с циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая. И, наконец, длинная стрелка упала на 29-ю минуту 10-го. Почти как у меня перед началом записи. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильно запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки. Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и, уронив коробочку прямо на стекло часов, отчего они покрылись трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и бурно расхохоталась. Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщина, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно пропала. Исчезли и желтенькие тени и висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз, кожа щек налилась ровным розовым цветом. Лоб стал белый, чисто, парикмахерская завивка волос развелась. На 30-летнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая, черноволосая женщина лет 20, безудержно хохочущая и скалящая зубы. Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем мгновенно, как будто из мозга, выхватили иголку. Утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду. Мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес. Огромное количество, между прочим, абсолютно вечных вопросов встает, когда мы читаем эти главы. Дело в том, что это, конечно, мечта. Женская мечта или мужская мечта. Взять какой-то крем, втереть его в тело, для того, чтобы вскипела и забурлила та самая жизненная энергия, которая вот сейчас, вот прямо сейчас позволит Маргарите взлететь к потолку. Правда ведь? Разве не так? Откуда берется эта энергия?
не в чудесном романе Михаила Булгакова, а вообще в жизни. Кто такой Азазелла? Вот, по-моему, очень обаятельный портрет Ильи Славутского. Почему именно он дарит Маргарите эту энергию? Мы же в прошлый раз договорились, что она психия, душа. И это значит, что вопрос этот, что же все-таки такой же вечный, что же дарит энергию душе? Что символизирует крем Азазелла, да и сам этот замечательный персонаж снова и снова? Вопросы не такие простые, просто потому, что мы с вами в прошлый раз впервые заговорили о том, что «Мастер и Маргарита» – это гностический роман. Роман, написанный мистиком, как говорил Булгаков, а когда-то для христиан, в первую очередь, по крайней мере, наверное, до 5-6 века нашей эры, слово «мистик» означало именно это слово, слово «гностик». Почему я вновь в этих прекрасных главах про полет, о чем-то настолько серьезно? Кто такой Азазелла? Ну, на самом деле, его главная роль и его главный образ написаны вовсе не у Орлова, как принято считать, а в ветхозаветной апокрифической книге Еноха Праведного, или просто книге Еноха, которую, между прочим, модно было исследовать в 10-х годах 20 века. Так вот, согласно книге Еноха, о которой, ну, наверное, нужно говорить столько же вообще, сколько мы говорили о «Мастере и Маргарите», Азазель не просто падший ангел, он лидер секты падших ангелов, их группировки, которая именуется в книге Григори. Ну, примерно звучит так. В чем их суть? Это падшие ангелы, которые имели сношение со смертными женщинами, отчего рождались необычные люди, гиганты. Это были либо люди гигантской сверхъестественной силы, либо люди гигантской сверхъестественной власти. Эти потомки известны в Библии и, конечно же, в книге Еноха под словом «нефилим». Азазель является главным из падших ангелов, поскольку он одновременно, как мы выясним дальше, и в «Мастере и Маргарите» тоже, и мастер-оружейник, и он научил мужчин искусству оружейников, а женщин он научил носить украшения и использовать косметику. В конце концов, само существование нефилим, возникновение оружия и косметики привело к такой страшной несправедливости, что Бог, как вы знаете, решил уничтожить всю жизнь на земле во время Великого потопа. Ну, дальше был праведник Ной, и вы всю эту историю знаете. Он, кстати говоря, встречается во всех основных религиях и везде носит демонический характер. Ну, вы знаете, что Азазель – демон безводной пустыни в еврейской традиции. А в исламе он джинн,
выброшенный с небес, потому что он отказался поклониться Адаму и потому что он страшно жаждал смертных девушек. И поэтому, конечно же, не случайно этот замечательный персонаж стал главным соблазнителем Маргариты на ее пути на адский шабаш. Кроме того, ну, стоит вспомнить, что в современном иврите есть выражение «идти в Азазель», и это означает попадание в ловушку. По отношению к вещам может быть использован этот оборот, и он будет обозначать, что вещи эти сломаны, и сломаны непоправимо, только на свалку. И время, и деньги, и условия, усилия человеческие, которые пошли в Азазель, это потраченное зря нечто. Так вот, можно ли подвести черту, какую-то главную метафору под обликом Азазеля? И я думаю, что можно. И эта черта и будет в действительности источником энергии души в ее полете. И этот источник энергии – разделение. Что в сущности происходит? Маргарита, правда, теряет мастера, он уходит. И дальше все события, и у Булгакова это потрясающе чувствуется за счет его языка, летят, как из тетивы лука. Маргарита хочет любой ценой вернуться к мастеру и объединиться с ним. И это, вне всякого сомнения, и есть энергия ее полета. Любовь, да, конечно, любовь, но все в любви много тоньше и всегда намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Она летит на энергии разделения, легендарный создатель которой, делитель, дающий женщинам косметику, а мужчинам оружие, разводящий их в разные стороны, заставляющий враждовать и обманывать демона Азазель. И как только мы вот используем эти общие метафоры, вдруг выясняется, что, кстати, это такой Ремида Сваро. Никакого отношения к мастеру и Маргарите не имеет, но почему-то мне все время кажется, что его картины могли бы косвенно служить иллюстрациями к роману, поскольку повествуют они о том же, о том, как... о том, какие невероятные силы и какие невероятные энергии кипят за разделением и разлукой, и как они, каким мощным магнитом, составляющим душу человеческую, летать, они являются. И тут... Это тоже совсем не мастер Маргарита. Это современная оккультная работа, изображающая одно из гностических начал. Или, если хотите, богов, это не совсем так. Абраксаса. Но картинка эта... Разве нет? Именно она изображает энергию, за счет которой
Маргарита летит. И энергия это, энергия нашего с вами полета, полета души, почти всегда греховна. Разве это не так? Между прочим, само слово грех или греховность в греческом, по крайней мере, эквиваленте когда-то означало промах. Промах в стрельбе из лука. Наверное, поэтому я и все время есть у меня эта ассоциация с тетивой. Как бы грех – это промах. А человеку нужно его исправить. И исправление это дается только одним путем. Достигнув объединения. В данном случае объединения с мастером. Я хочу сказать, что вот когда относишься к энергии, к причине полета Маргариты, именно так, то очень многие вещи начинают потихоньку становиться на свои места. Потому что вот рассуждая о разделении и объединении, или о единении, мы с вами в общем говорим о добре и зле. О добре и зле в представлениях гностиков, как и языческих гностиков, так и гностиков христиан. А почему в мире существует зло, с которым каждый из нас встречается в жизни? От порезанного пальца и до кошмаров геноцида страдания очень трудно оправдать одной лишь философией. Но гностицизм, именно гностицизм, и я думаю, поэтому Булгаков так ему близок, потому что он жил в мире до пределов, без края, наполненных злом. И казалось, что то, что древние называли благом, вокруг вообще отсутствует. Но вопрос, зачем существует зло? Гностики отвечают, что без него ничего бы не было. Зло – неотвратимый побочный продукт мироздания. Дело в том, что сознание, индивидуальное сознание – это такая штука, которая разделяет мир на субъект и объект. И без этого разделения сознание, вот та самая психика, та самая душа, та самая Маргарита, в общем, невозможно. Мир первично двойственен. Вот ведь одна из главных сутей гностических учений. В этой первичной двойственности, в субъекте и объекте, скрыто все остальное. Добродетель – это единое. Все, что является добром, мы постигаем через общность, через сочувствие, сопереживание, сострадание, свою близость с другими людьми. Через добро Иешуа Ганоцри. Однако полное абсолютное единство ни хорошо, ни плохо. Только с точки зрения разделенного оно окажется благом.
единое постигает себя, постигает добро и зло, когда воплощает себя как субъект и объект. Иначе оно, это самое единое, божественное первоначало, тоже не может постичь свою сущность. Ему нужен объект. Помните, в Кабале иудаизма я уже говорил о появлении света и сосуда. Корень всех зол – это двойственность, отделение, воплощение единого в субъекте и объекте. Сущность всей добродетели – это разрешить двойственность в единство. Что мы испытываем, когда говорим о любви. И это страшная энергия прекращения двойственности или ничтожности нашего существования. На этой энергии психи, душа способны летать. И, в общем, летает, сколь бы приземленными не казались времена, в которых она летает. Согласно Пифагору, в начале всего лежит космическое яйцо. Оно олицетворяло единство, если хотите, единство возможностей. И оно, это яйцо, я так люблю, именно это яйцо, даже его использовал на обложке книжки о гениальности, видите, и оно однажды разделилось на две части, которые символизировали первичную двойственность бытия. И из яйца вылупился, вот видите, их здесь много, но из яйца вылупился никто иной, как Эрот. Когда единство делится, когда яйцо делится на две части, появляется энергия, появляется невероятное стремление, как двух разных полюсов магнита, соединиться. Без зла разделение, любовь воссоединение была бы невозможна. Добро и зло возникают вместе. В столь же гностическом Евангелии от Филиппа говорится: свет и тьма, жизнь и смерть, правая и левая. Братья друг другу, их нельзя отделить друг от друга. В посланиях Клименте, апокрифических, добро и зло описаны как правая и левая рука Бога. Один из клементийских текстов учит: свет и тьма, братья, исходящие из одной тайны. Эбиониты, гностическая школа христианства, признанная ересью и проклята, учила, что дьявол, воплощение зла, это брат, родной брат Иисуса Христа, воплощение добра. Дьявол – разделитель, который стремится заключить нас в иллюзии отдельности. Христос – объединитель, который стремится побудить нас к осознанию нашего внутреннего единства. Однако у эбионитов, не только у них, в мандеизме,
Дьявол – это не безнадежное воплощение абсолютного зла. Потому что абсолютного зла не существует. Существует только абсолютное добро. Зло существует только по отношению к нему. Бытие является абсолютной добродетелью. Опыт – относительной добродетелью или пороком, или грехом, промахом. Маргарита, выйдя замуж, промахнулась. И теперь она стремится к своей собственной любви, к своему собственному внутреннему единству. И события летят стремительно, потому что никто и ничто не может удержать ее от этого. Платин писал: то, что является злом в отдельной душе, в целом обращается во благо. А то, что кажется относительно хорошим для одной части целого, для другой, оказывается также относительно плохим. На этот предмет существует множество шуток. Вот антифон. Недержание скверно для того, кто от него страдает, но благо для врачей. Смерть плоха для умирающего, но хороша для владельца похоронного бюро. Ну, это же ведь действительно так, чистая правда. У Боэция в «Утешении философии», в удивительном... Удивительные его книги. София, то бишь мудрость, учит: любая фортуна, будь то благосклонная или несущая страдания, имеет своей причиной или награду добрым, или наказание исправления порочных. Дети считают своих родителей то хорошими, то плохими, в зависимости от того, хвалят их или ругают. В действительности заботливые родители всегда хороши по отношению к детям, даже если они обращаются с ними и жестоко на первый взгляд. В утешении из «Утешения философии»: что я собираюсь сказать, столь парадоксально, что едва ли может быть выражено словами. Ибо несчастливая фортуна иному принесет больше пользы, нежели фортуна благоприятная. Всегда кажется, что благоприятная фортуна сулит счастье, однако она вводит в заблуждение своей улыбкой, тогда как фортуна несчастливая всегда правдива, ибо, изменяясь, открывает свое непостоянство. Благоприятная фортуна питает иллюзиями, тогда как фортуна несчастливая просветляет. В мире двойственности все всегда должно обратиться в свою противоположность. День сменяется ночью, живое умирает и рождается, фортуна то улыбается, то поворачивается к нам спиной. Благоприятная судьба обманывает нас, заставляя доверять свое счастье неизбежно приходящим видимостям. И рано или поздно это приводит к разочарованию, к депрессии, если хотите. Окажущаяся несчастной судьба, напротив, может вдохновить нас торопиться, искать более глубокие источники радости. Что-то, имеющее отношение к нашему бытию, к нашей неизменной сущности. А что кажется неблагоприятным для нас, вдруг оказывается своего рода любовью. Что кажется в жизни злом, как Воланд для Маргариты, оказывается
скрытым добром, его обратной стороной. Ведь справедливость – это добро, а мы именно так обсуждали роль Воланда в романе. Разве нет? На самом деле Воланд, мы чуть позже об этом поговорим, гностический демиург. Он и князь мира, и создатель его, и он вовсе не абсолют, не единое. Он способен ошибаться. И Воланд, это можно заметить, учится. А нафига иначе он был на завтраке у Канта? Зачем подслушивал там на веранде, где Иешуа Ганоцри и Пилат вели свой спор? А признаки его демиурга мы с вами увидим еще впереди. А я хочу чуть отвлечься и сказать, что я говорю эти мудреные мысли, конечно, не для всех. Но ровно им, вот этим принципом дополнительности, посвящен некий летний проект клуба «Серебряные нити». И сейчас, по-моему, настало место, настало время о нем сказать. Я назвал этот проект «Искусство жизни». И будет он идти в двух форматах. С 14 июня для москвичей и тех, кто собирается в гости в столицу, он будет идти в виде очного тренинга. А для тех, кто не может приехать в Москву, по субботам в 18:00 московского времени будут идти вебинары. На этих вебинарах мы будем учиться следом за гностиками в том числе строить свою мысль так, чтобы почувствовать способность радоваться жизни, чтобы научиться преодолеть неприятности, чтобы научиться побеждать охватывающие нас порой целиком горькие и печальные эмоции. Мы будем строить кристалл внутренней силы и искать способы летать. Ну, может быть, пусть и не совсем так, как Маргарита. Ну, по крайней мере, мы попробуем учиться взлетать из этой вот серой обыденности. На первой странице сайта «Серебряные нити» есть объявление, есть форма регистрации. На сайт можно перейти, в том числе с нашего канала. А запись по телефону, который временами появляется снизу, можно еще записаться по телефону, который появляется временами снизу на экране, 8-985-123-01-86. «Искусство жизни». Новый и очный, и вебинарный проект клуба «Серебряные нити». Записывайтесь, регистрируйтесь и приходите. Еще есть время на это. Ну вот, а Маргариту за всем этим философствованием мы бросили в процессе нанесения крема Азазела, который еще раз на самом деле есть энергия объединения, энергия стремления к внутренней целостности. Недаром дать ее может только сам демон разделения, демон отъединение любящих друг от друга. Это такая замечательная, по-моему, картинка
художника Чернова, она какая-то такая, очень узнаваемая. Маргарита, как мы, она же не только душа, она еще и мечта любого мужчины, женщина, которая старается сохранить твою работу, женщина, которая готова вернуть тебя из человеческого ада. Ну, вот так она любуется собой, намазавшись кремом в замечательных, элегантных картинках художника Юрия Смирнова. А вот как я начинал показывать эту серию фотоиллюстраций французского художника. И это молодеющая прямо на глазах Изабелла Джани в роли Маргариты. Правда, и это снова и снова, увы, правда, по поводу полетов и вот этих самых объединений энергии. Дальше происходит стремительным в этом полете энергии. Маргарита ощущала себя свободной. Свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что именно случилось, то, о чем утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль, о том, что нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее наверх в воздух. И она, как была ногая из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку. «Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай, Маргарита». Что-то такое. Это я ради этого говорил долго и философски. Я говорил о том, что всегда, когда мы обретаем свободу, и свободу эту дарит нам любовь к другим мужчинам и другим женщинам, любовь к правде, любовь к людям, попытка кого-то спасти, страстная увлеченность. Но при этом всегда остаются жертвы. И, конечно, одной из жертв является ни в чем не повинный муж. Мне всегда в этом смысле, простите за не очень хорошее качество репродукции, меня всегда в этом смысле потрясала Лили Брик. Помните, да? Вот тебе, лисик милый, лисик замечательный, лисик прекрасный, лисик чудный, лисик детка, лисик удивительный, лисик котик, лисик киса, лисик солнышко, лисик рыжик. Не буду до конца читать.
И в этом всегда существует трезвое и правда. Мысль Брик. Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи. Этот это просто очень больно, поскольку муж прекрасно по советским меркам, просто сказочно живущие Маргариты, никогда не поймет этих горей и бедствий, которые ее с жиру поразили. И, да, и цинизм, правда, мудрость все равно заключается в том, что как бы неизвестно, кому повезло. Это ведь действительно так. У каждого своя судьба. И Маргарита не могла быть судьбой человека, которому она на бегу, на лету, на этом магните своей любви оставила эту записку. В общем, не особо задумываясь. И больше не задумываясь о том, что же с ним будет дальше. И это обратная сторона любых наших полетов. Потому что, не знаю, невозможно увлеченно писать книгу и отдавать близким и заботе о них то время, которого они заслуживают и требуют. Невозможно, страстно влюбляясь, не разрушить чьих-то сердец. И это снова и снова, это зло, и это грех. Но это функция разделенности. Мы так устроены, невозможно иначе. Иначе можно только не любить. Любишь, все равно приносишь кому-то какую-то боль и некуда деться от этого. Что будет дальше, это вот румынская художница Марина Тирауц. Дальше будет свобода. Та самая свобода, о которой мечтает женщина. Ну вот, как можно сильнее унизить старого пошляка. Я сейчас, я не про что. Я просто про огонь, про эту страшную силу, про этот магнит, в котором Маргарита чувствует, что она нашла свою истинную природу и может избавиться от ада, которым является и ее семейная жизнь в ее ощущениях, и та жизнь, которой живут люди вокруг. Возможность достичь любви, достичь целостности, преодолеть разрыв, найти мастера, делает Маргариту ведьмой, потому что это сила, делает нас беспощадными. Мы чего-то не видим совсем рядом, ближних своих. Омерзителен ли Николай Иванович? Ну да, наверное, конечно. А вместе с тем, если бы он отреагировал как-то по-другому,
Маргарита была бы явно недовольна. Ей нужно поражать, убивать наповал. Это такая девичья беспощадная мечта, за которую потом обидно, но вместе с тем иногда вот это остается единственным сладким воспоминанием о своей собственной силе, вот такого рода выходки. Ну, а дальше, вы знаете, дальше войдет Наташа и позвонит Азазелла. И Маргарита вылетит в окно. Сказав, да, помните, ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович. Вообще-то вы все мне так надоели, что я вам выразить этого не могу. Я так счастлива, что с вами расстаюсь. Ну вас к чертовой матери. И в это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Маргарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схватила трубку. Говорит Азазелла, сказали в трубке. Милый, милый. Разрыв. Азазелла, вскричала Маргарита. Пора, вылетайте. Вас ждут. И она крикнет, заглушая вальс. Прощайте навсегда, я улетаю. И зловеще захохотав, накроет вот этой самой рубашкой голову Николая Ивановича. Ну, того дальше, вы же знаете, дальше ждет встреча еще и с Наташей. Вот полет Маргариты в замечательных офортах Хоршака. Вообще, очень мало кто смог найти образы этого полета. Разве что Ремедиос Варо. Для него это полет мечты, но он как будто читал «Мастера и Маргариту». Правда, как будто уже сейчас все происходит так, как скажет потом, как расскажет мастер Ивану Бездомному, как здесь вскрикнет и умрет женщина. Ведьма, колдунья, это же подлинная сущность женщины. Нет, это только одна из ее сторон, сторона юности, вспыхнувшей вновь в Маргарите. И главный вопрос ведь, сможет ли она убрать потом эти ведьмовские черты в себе и сменить их на заботу? Или будет вечно пытаться делать вылеты на щетки? Это тоже не иллюстрация к «Мастеру и Маргарите». Это фотография легендарного американского фотографа. Его зовут Уильям Мортенсон. Советую посмотреть его фотографии. Называется она «Ведьма над городом».
и напечатано в 1927 году. Ну, естественно, это фотомонтаж. Но это мечта о теле купающемся, в прозрачных струях воздуха, о полете и магической власти над реальностью. Это то, чего мужчины в женщинах чувствуют не всегда. Художники, как мне кажется, хорошо чувствуют. Вот так просто и элегантно решал изображение ночного полета Юрий Смирнов. Он покойный уже, но его галантные картинки, мне кажется, замечательными. И это же ведь, правда, полет души в полнолуние. Полет куда-то в места, не в московскую репетицию, а куда-то в места, где душа больше не чувствует себя отдельной, где ее знают и узнают. Мастер знал настоящую Маргариту. Ее увидит Азазелла, Воланд. Ну, не муж, конечно. И, наверное, она не может ему, мужу, простить именно того, что он вот такую настоящую, обнаженную Маргариту, в общем-то, совершенно и не знает. Это на стене в нехорошую квартиру, в музее Булгакова. На Садовой. Мне очень нравится еще какой-то детский рисунок. Вот невидимо и всесильно. Ну, вообще-то, как вы знаете, это неправильный рисунок. Здесь вообще нету швабры, щетки. А вот в нашем сериале по «Мастеру и Маргарите» Маргарита летит правильно. Вообще-то всегда было положено, чтобы щетина или ветки метлы были обращены назад. Вот, а у Булгакова щетка ведет Маргариту вперед. И никто не знает, почему. И я думаю, это снова почти гностический посыл. Маргарита стремится к очищению. Она способна очистить что-то, пусть какой-то маленький кусочек несправедливости в мире. Но поэтому щетка у нее впереди. Она чистит, ну, хотя бы какой-то маленький кусочек пространства, в которое попадает. Ну, вот Жан Лурье в этом своей серии фотоиллюстраций видит, решает вопрос Маргариты в полете очень просто. Но зато мы, мужчин, я имею в виду, можем посмотреть на, в общем, замечательную фигуру Аджани. Это тоже иностранный художник, Вильям Стюарт. Сюарт, простите. Он, да, такие рисовал доски, почти иконные. И это одно из немногих, между прочим, изображений, в которых Маргарита разносит к дьяволовой бабушке, которая нам еще встретится, квартиру критика Латунского. И в некотором смысле это очищение. Напомню вам, что Иешуа Ганоцри считает главным грехом трусость. А, конечно же, вот это
ударим по воинствующему старообрядцу и богослову, враг под крылом редактора. Писалось от дела и делалось от трусости ведущего чувства советского человека 30-х годов. Нет, опять оправданной трусости. Но только была она, по всей видимости, промахом, ведущим все к большему и к большему числу жертв. А Маргарита, как могла, пыталась напугать Латунского так, чтобы он перестал бояться. Я посмеиваюсь, конечно, вряд ли этого подлеца можно было чем-нибудь напугать, и его литературный прообраз тоже. Ну, по крайней мере, ведь так. Своими усилившимися силами, простите, Маргарита пытается, как может, как понимает, чистить этот мир, и хотя бы маленький его кусочек, от этого и летит щетиной вперед. Ну, вот замечательная картинка Николая Королева. Воздушная встреча двух истребителей. Да, встреча с Наташей. И тут тоже, обратите внимание, очень не у многих художников, у единиц буквально, щетка расположена правильно. Большинство все-таки рисует в традиционном виде с щетиной или ветками сзади. Маргарита после бития окон критика Латунского вылетает из Москвы. И там, наверное, эта сцена, вот эта сцена Наташа на Борове, которую она получила из Николая Ивановича, мазанув его кремом, вот, и Маргарита на швабре, это, наверное, самая рисуемая часть «Мастера и Маргариты». «Что говорил негодяй?» – визжала и хохотала Наташа. «Что говорил? На что сманивал? Какие деньги сулил? Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что скажешь, вру?» Кричала Наташа Борову, и тот только сконфуженно отворачивал морду. Мне очень нравится это, морду. Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались копытцами. Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он оседланный летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя. Ну и вы помните, Венера, плаксиво отвечал Боров, пролетая над ручьем, журчащим меж камней и копытцами задевая шорохом за кусты орешника. Здесь есть только две, наверное, важные детали. Во-первых, даже Боров, как ни странно, не случайен. Я прошу прощения, я одновременно текст просто просматриваю.
Во-первых, Наташа тут впервые, а я не могу найти фрагмент. Наташа тут впервые назовет, помните, королева моя французская, душенька Маргарита Николаевна, королева моя французская. Упросите за меня, чтобы меня ведьмой оставили. Вам все сделают, вам власть дана. И это первая отсылка к светлой королеве Марго, Маргарите де Валуа, королеве французской и наварской. Мне очень нравится вот такая Наташа на Борове над городом. Одинокая, без Маргарит. Но нарисовала, видимо, тоже Наташа с фамилией Свидер. Ну так вот, сейчас покажу еще картинок. Ну, хочу сказать, что Маргарита Наварская фигура совершенно замечательная. И, конечно же, вы о ней можете прочитать и без меня. Три ее брата были королями Франции, и она была дочерью Генриха II. Ее мать старательно, конечно, стремилась выдать ее замуж за других мужчин, но из-за ее строптивости и упрямства она вышла замуж за двоюродного брата Генриха Наварского, позже ставшего королем Генрихом IV легендарным. Их свадьба состоялась за неделю. Она еще, в общем, продолжалась во время знаменитых массовых убийств в день святого Варфоломея. Свадьба была официальная 18 августа 1572 года. Варфоломеевская ночь – это ночь с 24 на 25 августа того же года. Ну, в общем, да, Маргарита Наварская и Генрих оба изменяли друг другу долго и тщательно, подолгу жили раздельно, и в 1599 году их брак был расторгнут, но удивительная штука, Маргарите Наварской единственное это удалось, она сохранила звание королевы, была блестящего ума женщина, знала, по-моему, 8 языков. И почти спустя 200 лет после ее смерти были изданы ее письма и воспоминания, которые полны, на самом деле, за ней замечательные. Это воспоминания авантюристки, и где бесконечное количество анекдотов о любовных похождениях французских королей. Ну, в общем, в жизни ее было огромное множество скандалов, но она умудрилась, единственная из женщин-королев того времени, умереть своей смертью. Точнее говоря, она умерла от воспаления легких в возрасте 62 лет, сохраняя звание королевы Франции. Так что ей, этой самой королеве-интриганке, можно позавидовать. А вот в отличие от Борова Николая Ивановича, вот, ну, это Наташу на Борове любят все. И поэтому это Елена Мартынюк, фотоиллюстрации. Персонажей вы, наверное, знаете. Вот тоже еще одна правильная щетка на иллюстрациях Марии Ордянской. Мне очень нравится преданное выражение пятачка у Борова. А это
иностранный автор. Польская такая художница Лукасик Фиш. По-моему, замечательная иллюстрация. Ну вот элегантные иллюстрации Риянского. Глупы только мы, только Боровы. Да, да. Ну, а это все те же разговоры из комикса Родиона Танаева, который мы давно не вспоминали. А вот сама Маргарита Наварская, упомянутая первый раз, на, как мне кажется, ее лучшим портрете. Ну, это то просто, что необходимо знать, потому что в романе много как бы таких пародийных моментов, имеющих отношение к Маргарите Валуа. Ну, это отнюдь не оригинальная история. И я, наверное, сегодня на ней закончу, поскольку для того, чтобы поговорить о том, куда же все-таки летела Маргарита, а летела она на шабаш, как вы знаете, придется снова погружаться в некоторые гностические истины. И я думаю, что мы с вами сделаем это в следующий раз. Спасибо, что пришли и послушали. Пожалуйста, не забывайте, что в следующий четверг в 19:00 у нас начинается очный тренинг искусства жизни. Или искусство мыслить, если хотите. А через день, в субботу, 16 июня, мы попробуем развивать этот тренинг в формате вебинар. Хочу я вам сказать, что я буду стараться не повторяться и говорить на очном тренинге и вебинаре. Я просто не умею повторяться. Чуточку разные вещи. Поэтому выбирайте, что лучше, пообщаться очно или пообщаться в формате вебинара. Спокойной ночи. Спасибо, что были с нами.